Sri Chaitanya Padambujo Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asrayat Jesham Saupi Tat Gandhabhag Bhavet Sri Chaitanya Padambujo Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asrayat Jesham Saupi Tat Gandhabhag Bhavet Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told, those who are going to get the taste of Ananya Bhajan, surely they are not going to fall down. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru сказал, что те, кто получает вкус Ананья Бхаджана, Харикатхи, Харикиртана, Харинама, те, кто обретают подлинный вкус Харибхаджана, для них нет никакой вероятности, что они падут. Те, кто, Шрила Прабхупада говорит, те, кто смотрят на этот материальный мир, и вот те, кто смотрят на этот материальный мир с склонностью наслаждаться им, пытаться как-то контролировать его, они хотят какую-то власть, какие-то материальные преимущества, и вот такие люди хотят подчинить себе этот материальный мир. И Гауди Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто смотрит на этот материальный мир с наслажденческим мотивом, и вот те, кто думают так, они не могут совершать Харибхаджан. А Харибхаджан, он не для них. Те, кто предаются лотосным стопам Садгуру, могущественного Садгуру, и думают, что все, что есть в этом материальном мире, даже их тело, это все для служения Бхагавану, Гуру Вайшнава. Если мы можем думать так, то в этом случае мы сможем совершать Харибхаджан. Иначе нет никакой возможности его совершать. Шрила Прабхупада говорит, те, кто смотрит на этот материальный мир со склонностью наслаждаться им, пытаться контролировать все это материальное, то Шрила Прабхупада говорит, что это препятствие для людей. Они очень глупые, не понимают этого. It is one kind of tight bondage. It is one kind of tight bondage in your life. И вот эта склонность к наслаждению и контролю материального мира – это один из видов обусловленности Вайшнавы. Очень смиренные. Они могут обрести уважение от всего мира. Они могут обрести уважение, признание самого Бхагавана. Но все же они думают, что они падшие души, они очень смирены. Возвышенный признак возвышенных вайшнавов в том, что они не хотят контролировать своих учеников. Они думают, что они его гуру. И поэтому они очень смиренны и не хотят давать мантры, дикши кому-либо. Они думают, что они сами еще не достигли совершенства, и как они могут дать посвящение кому-то чистой вайшнава. Никогда не пытаются контролировать даже своих учеников. Они думают,
что они не мои ученики, что они мои гуру. И поэтому они парамахамсы. И поэтому они подлинные парамахамсы. Парамахамса не значит, что кто-то хочет как-то силой получить этот титул. Но подлинные парамахамсы не считают, что они достойны этого высокого звания. Рупа и Санатана, они Джива Госай. Видя их жизнь, мы плачем, видя, сколько сложностей, сколько трудностей они взяли на себя ради совершения Харибаджана. Такое смирение должно у нас быть. Ачарья. Идеализм. Идеал Ачарьи — это Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати. Он всегда выражал почтение всем своим ученикам, даже таким только что пришедшим, незначительным. С нашей точки зрения, может, какой-то преданный, он незначителен, просто занимается уборкой храма. Но Шрила Прабхупад думает о нем как о великом ученике, поскольку садгуру, он может понять наше сердце. Садгуру, он может понять наше сердце, может, какой-то из учеников находится очень далеко от садгуру, но садгуру может видеть наше сердце и то, что происходит внутри нашего сердца. Садгуру — это нечто великолепное, он может своим поведением, ачараном, своим идеальным характером, он может влиять на вас издалека. Его ачаран настолько могуществен, что если вы придете к вайшнаву, который имеет идеальный характер, то вы почувствуете вдохновение. Если вы лицемерны, то какое-то неудобство почувствуете из-за его влияния, его идеального характера. Говорить, конечно, каждый может, но делать далеко не каждый. Шрила Прабхупад говорит, если есть недостаток ачарана, недостаток характера, достойного поведения внутри нас, то мы не должны проповедовать. Такие люди обычно просто обманывают людей под видом своей проповеди. Лучше, если вы будете проповедовать самому себе, то есть такие люди, не имеющие идеальный характер, лучше, если они будут проповедовать себе, чем пытаться учить кого-то. Вот весь мир, он движется в неправильном направлении, мало кто, очень мало кто готов говорить абсолютную истину. Все заняты какими-то собственными своими делами. Шрила Прабхупад говорит, если вы обнаружите недостаток ачарана в вашей собственной жизни, то вам не нужно проповедовать, лучше проповедуйте себя, посмотрите на свое лицо перед зеркалом. И пытайтесь исправить себя. И это зовется Гаудия Даршан. Что такое Гаудия Даршан? Какая-то особая формула? Кто-то может объяснить, да. Гаудия Даршан значит Даршан Шримати Радхарани. Гаудия Даршан значит Даршан Шримати Радхарани, никого еще. Гаудия Даршан — это Даршан Шримати Радхарани. Это Шримати Радхарани, если явилась, то она явилась по своей милости. И она может сказать, она будет скажет то, что говорил Шрила Прабхупад Бхактивинода Такур. Это это то же самое, если
Радхарани дарует нам свои милости, явится перед нами, то она будет говорить то же самое, что говорит Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такур. Кришна, он подобен нищему, который молится Радхарани, чтобы она пришла и даровала свои милости. Это называется Радха Бхава. Гауди Даршан – это Даршан Радхарани. Гауди Даршан – это Даршан Бхактивинода Такура. Гауди Даршан – это Даршан Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханты. Это не наш и не ваш Даршан. Это не ваш и не мой Даршан. Это Даршан Радхарани. Он очень великолепен. Но сейчас можно видеть, люди приносят какой-то мусор, чтобы осквернить всю ситуацию. Качество и количество, они не могут быть вместе. Нужно выбрать что-то одно. Если кто-то идет на компромисс с качеством, то не может получить. То есть, если кто-то стремится к качеству, то количество не может получить. А если количество, то качество, соответственно. Я хочу вам дать что-то конкретное. Может, кто-то недоволен. Кто-то хочет оскорбить меня, может быть, кто-то еще что-то сделает, кто-то всячески помешать. Но все же я не могу изменить эту ситуацию. Я и свои суждения, свои намерения, свои цели я не изменю, несмотря ни на что. Я буду двигаться в том же направлении. И вот те, кто... Пчелы. Вот наши гуруварга, наши преданные гауди. Их можно сравнить с медовыми пчелами. Они не как мы, которые подобны мухе. Мухи, они стремятся к испражнениям. Но пчелы, они собирают мед с цветов. И мы также должны стремиться извлекать суть хорошая из всего, как парамхамсы. Они извлекают суть всего, а какие-то глупые люди пытаются всячески помешать. И можно видеть, что кто-то отклоняется от пути Харибаджана, пытается других отклонить, занимается всякой ерундой под именем Харибаджана, но что мы можем сделать для них? Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру, он идеал Ачарьи, Шрила Прабхупад. Обычно в каком-то обществе мы можем найти какого-то человека, те, кто думает о себе как о лидерах. В любом обществе можем найти таких, которые думают о себе как о лидерах. Шрила Прабхупад может понять все. Шрила Прабхупад выражал почтение таким людям, поскольку они хотят это почтение и уважение. Если вы хотите уважение от меня, могу вам его оказать, но если вы хотите получить любовь от меня, то я буду вести себя по-другому. Может, я буду как-то грубо говорить, чтобы отправить вас на нужный путь, и не каждый может понять такую любовь. Я столько любви имею к вам, как я могу ее выразить. Мы должны понять это.
Шрила Прабхупад мог понять. Какие-то преданные, так называемые преданные, они думали себе как о знаменитых проповедниках, они... И вот они думали, что они лидеры Гауди Матха, но Шрила Прабхупад говорил, что они подобные таким пустым бутылкам, как в каких-то магазинах на витрину ставят какие-то пустые бутылки для того, чтобы показать то, что у них есть. И вот они тоже подобные этому. Никто не может одурачить Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупад знает, что его ученики, ученик, который готовит для преданных, или моет посуду, или моет еще что-то, занимается служением в саду. Может, кто-то недооценивает его. Может, кто-то недооценивает его. Или кто-то думает, что он ниже вас, но это ваши мысли только. И кто-то думает о себе как о каком-то великом, но недооценивает других, кто действительно велик и предался и посвятил всю свою жизнь лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Но вы думаете, что это какой-то незначительный преданный? Однажды один такой человек сказал о каком-то преданном, который не проповедовал в городах. И вот этот Шрила Прабхупад не послал его на проповедь, и вот кто-то начал критиковать, зачем он занимается, ничего не делает, не проповедует, хотя образованный. Шрила Прабхупад услышал это. Сказал подобно льву: «Кто ты, чтобы так говорить? Почему ты пытаешься контролировать других? Это твоя болезнь. Почему ты пытаешься контролировать других? Это моя ответственность. Я действую как ачарья. Это мое дело. Я буду думать о их благе, что хорошо для них, а что нет. Почему вы пытаетесь контролировать других вместо того, чтобы смотреть за собой?» Все были ошарашены. И Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что иногда мы видели, как что какой-то простой преданный делает какую-то простую работу, а однажды он куда-то потерялся. Шрила Прабхупад спрашивает, где он, хотя внешне с нашей точки зрения очень простой, ничем не выдающийся преданный, но Шрила Прабхупад спрашивал о нем, где он. Very, very big educated as the editor of Gauriya. Big. Хотя можно иногда, и вот можно было наблюдать, что какие-то люди, считающие себя великими преданными, они оставляли Шрилу Прабхупаду, и Прабхупад он не беспокоился об этом. Признак чистого преданного в том, billions of dollar money, a pure devotee always thinks is a garbage, not giving any importance. Что подлинные преданные, они беспристрастны, они смотрят на преданность человека, а не на его какое-то материальное положение. Can realize from heart the
condition of your, you know, bhajan, your heart, your submission, pure Vaishnava can realize. We are going to discuss about Мы обсуждаем о таком великом возвышенном преданном. Сегодня день его явления. И мне стыдно говорить о нем, поскольку у меня нет должного ачарана. Он очень любил меня, если я скажу так, это подобно саморекламе. И если я скажу, что он очень любил меня, что он писал мне письма, это подобно саморекламе. Follow. This is one kind of self-advertisement. A pure devotee чистые преданные никогда не пытаются выставить себя, не наоборот хотят скрыть себя. Чистые преданные никогда не хотят выставлять себя на показ. И вот он любил меня. Я могу это сказать, но это не столь важно, гораздо важнее, сколько, какое чувство, какую любовь я имел к нему. То, что он любит нас, это естественно, насколько мы его любим, это главный вопрос. Какое чувство мы имеем к нему и какое количество этого чувства. Are why are we are less interested to hear? He used to love me. I'm less interested to hear it. You speak how much you used to love him. That we are interested to hear. Гораздо больше вопрос, какое чувство мы имеем к таким великим преданным. How much you used to love him? That is a main fact. Рассказывать о том, как кто-то нас любит или уважает, это не столь важно, поскольку можно заметить, что чистые вайшнавы не выражают почтение всем живым существам, собакам, коровам, обезьянам, кошкам и всем остальным. Чистые вайшнавы, они видят всех как творение Господа, и поэтому у них равное такое отношение ко всем, беспристрастное. И вот сегодня день явления Шрилы Бхакти Кумуд Санта Госвами Махараджа, моего Гурудева. Кто-то может возразить, что мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, но я всех садгуру вижу как моих гуру, поскольку гуру татва она одна и единая и неделима. И сегодня день явления Шрилы Санта Госвами Махараджа. Это моя привилегия, что он милостив, настолько милостив. И вот он мне дал возможность возвыситься. Он позвал меня к себе. Санта Госвами Махарадж сегодня он дал мне привилегию, чтобы я поднес Пушпанджали его лотосным стопам для того, чтобы я возвысился. И вот он даровал нам свой день явления. Это великая возможность для нас. Если мы предложим Пушпанджали в этот день, будем думать о их славе, это поможет нам в нашем прогрессе на пути баджана. Столько времени мы можем посвящать изучению книг, журналов, изучению всякой философии. Но лучше, если мы предадимся лотосным стопам Гурудева, будем помнить его, и этим мы получим большее благо.
Sarnanu Savanam Mukunda Padar Vinda Hideshu Jesha. Those pure Vaishnavas, вот те чистые Гуру Вайшнавы, которые заключили лотосные стопы Бхагавана внутри их сердца, мы должны думать о них, прославлять. Если мы сможем делать это, то тогда мы сможем достичь успеха. Нам не нужно пытаться изучать Веды 15 лет, изучать Веданту, чтобы тоже десятилетиями. Это есть гораздо более простой путь. Бхагаватам говорит, не я говорю. И те, кто и вот если мы будем прославлять тех, кто предался Бхагавану, его чистых преданных, то тогда Бхагаван примет наше служение. И благодаря своим и беспричинной милости он дал нам возможность вспомнить его трансцендентную славу. Это наша привилегия. Но Пушпанджали, что такое Пушпанджали? Кто-то думает, что если у нас есть деньги, можем пойти и купить цветов или какие-то гирлянды предложить ему. Многие думают, что это Пушпанджали. Большинство людей думает так, это не их ошибка. Это ошибка вашей удачи, то, что из-за отсутствия достаточного количества удачи вы не сможете понять, что такое Пушпанджали. Пушпанджали значит это предложить лотос нашего сердца, его лотосным стопам. Пушпанджали, если просто мы предложим цветы, нельзя сказать, что это имеет смысл. Гораздо более важно предложить ум. Одно из имен лотоса — это Суман. Или Кусум Саровари в арендовании. Он также называется Суман Сарова. Суман значит ваш чистый ум, ваш чистый ум. Там могут быть какие-то анархии, но главное то, что ваше сердце должно быть искренне, ваш ум должен быть искренний. Если взять ваш ум, речь и сердце, и предложить лотосным стопам Гуру Падпадме Шрилы Бхактикуму Сатага Свами Махараджа, то это будет подлинным Пушпанджали. И сегодня я каждый день делаю не каждый может поверить мне. Я предлагаю Пушпанджали всем вайшнавам каждый день после моего аника. Я поклоняюсь им каждый день, и без них я беспомощен. Каждый день мы должны воспевать вот эту гурваш такую, и тогда сила придет к нам, когда мы воспеваем, что-то делаем. Мы должны помнить имена Гуру Вайшнавов и повторять их. И в тот момент, когда мы прекратим помнить о Гуру Вайшнавах, это станет причиной нашей остановки на пути нашего баджана. И я каждый день предлагаю Пушпанджали, вспоминаю всех Вайшнавов, всех божеств в Риндаване и прочих местах. Может, во время моей смерти, когда я ухожу из этого мира, но все же я думаю, что Бхагаван, он может даровать мне милость, что я смогу помнить его. Я молюсь об этом, поскольку все зависит от милости Гуру Вайшнавов.
Мы совершаем баджан, и в последний момент нашей жизни мы, если мы не можем помнить Бхагавана, Гуру Вайшнавов, то это признак того, что мы обманщики. Если во время оставления тела, если вы не можете помнить Бхагавана, то тогда ваш баджан не совершенен. Если ваш баджан совершенен, вы должны помнить, и Бхагаван может явиться. Это прекрасный киртан, поскольку у нас нет времени совершать киртан. Этот киртан тоже запрещен для нас, поскольку люди могут подумать, что мы сахаджи. Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж иногда воспевал этот киртан. Он написан каким-то прекрасным преданным, но все же обычные люди могут что-то плохое подумать о нас, поэтому лучше петь другие киртаны. И вот сегодня я предлагаю Пушпанджали, я уже предложил Пушпанджали утром, перед рассветом, лотосным стопам Шанта Госвами Махараджа. И предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Шанта Госвами Махараджа. Сегодня я предложил Пушпанджали лотосным стопам Шанта Госвами Махараджа, но поверьте мне, эти Пушпанджали, они достигли лотосных стоп моего Гурудева. Кто-то может... И это мой Гуру Даршан. Я узнал это от Шрилы Шанты Госвами Махараджи и других великих вайшнавов, перед которыми я в неоплатном долгу. Если я смогу, заявлю, что смогу оплатить их долг, отплатить им этот долг, то это глупо. Они даровали настолько много милости, столько сострадания у них, столько посвящения, столько милости, столько преданности, столько такую милость они пролили на нас, и они без остатка преданы лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Однажды какие-то преданные, они спросили Махараджа: «Махарадж, мы никогда не видели Шрилу Прабхупаду. Вы сказали, что Шрила Прабхупада очень велик, как мы можем понять? Настолько прекрасен, настолько велик Шрила Прабхупада». Шанта Госвами Махарадж засмеялся, он дал пример. Вы не можете понять. Если я приведу множество примеров, то вы все равно не сможете понять красоту Шрилы Прабхупады. И как? И вот он привел такой пример, что если мы поместим в одном месте прекрасных женщин первого класса, и вот если рядом поместить Шрилу Прабхупаду, я был очень был удивлен таким примером. И вот Шанта Госвами Махарадж такой прекрасный пример приводит, что если самых лучших красавиц поместить в одном месте и там же поместить Шрилу Прабхупаду среди них, то все, кто придут, они будут смотреть на Шрилу Прабхупаду и не замечать никого иного. Я был удивлен этим прекрасным примером.
И вот Шрила Шанта Госвами Махараджи говорил, я был очень незначительным учеником. И вот Шрила Шанта Госвами Махараджи говорил, что я был очень незначительным учеником Шрилы Прабхупады, а не столь образованным, хотя внешне он был образован, в Калькутте получил образование, потом ему старшие сказали, что он должен изучать шастру, а не тратить время на какие-то материальные вещи, что нужно идти и совершать свою. Никто не знал. Он никогда не говорил «нет», если ему, его просили совершить какое-то служение, у него не было слова «нет» в его словаре. Он всегда с великим энтузиазмом совершал любое служение. Вроде он был таким незначительным, а я был очень таким незначительным человеком, но все же сколько любви, сколько милости я получил от него. И вот Шрила однажды ему поручили написать какую-то небольшую статью о Гуру-Таттве. И он написал, отправил в Гаудия-Матх. Они опубликовали это в Гаудия-Патрике. Но этот редактор был удивлен, что совершил ошибку. И вот вместо того, чтобы написать «Джива Сарупахой Кришна Нитьядас», то но Шанта Махарадж написал «Джива Сарупахой Гуру Нитьядас». Он изменил пару слов в этой шлоке. И вот редактор этого же Гаудии был удивлен. Он взял его письмо, пошел к Шриле Прабхупаде, спросил, что делать, что вот Радха Раман неправильно написал. Но Шрила Прабхупад сказал, но все равно то, что он написал, да, Сиддханта очень прекрасно. То есть, здесь, если подумать, то кто такой Кришна без Гуру, без Радхарани, мы не можем достичь Кришны, поэтому здесь слова «Гуру Нитьядас» они правильны, что с их помощью мы можем обрести Кришну. А просто без Гуру невозможно обрести Кришну. И таким образом Шрила Прабхупад сказал, он был очень доволен и сказал, что можно это опубликовать, очень прекрасные слова, поскольку у нас есть вечная связь с Гуру. Мы не можем... У нас есть вечная связь с Гуру, кто-то из-за своего ложного эго может игнорировать, но эту связь нельзя разорвать, она вечна. Это вечная связь с Гуру и ученика. Шрила Прабхупад был очень счастлив, он написал, что Радха Раману очень, несмотря на то, что очень мало и внешне совершил такую ошибку, но это Сиддханта прекрасно. И вот я был очень удачлив, имея общение с Шрилой Шанта Госвами Махараджи, Наянананда Бабой и прочими великими учениками Шрилы Прабхупады. Я застал их Сага Махараджа, Гири Махараджа, Сати Говинда Махараджа, Шанту Госвами Махараджа. Я застал многих учеников Шрилы Прабхупады, имел возможность общаться с ними. Кешав Прабху. Они все ученики Шрилы Прабхупады. И я был очень удачлив, я не знаю почему и как. Они очень любили меня, это не какая-то самореклама. Я думаю, как такая большая душа, как я,
могла обрести такое великое благо, было Гири Махарадж. В нашем храме он жил последнее время. Если кто-то что-то неправильно делал, он гневался. Потом меня звали, чтобы я утешил его. Я спрашивал, что случилось. Он сказал, что вот кто-то сделал что-то неправильно. Я не знаю почему, но это вот Бхакти Вардан Сагар Махарадж. Он раньше полицейским работал, если кто-то что-то не то делал. Как сказать, он возмущался. И вот я пытался как-то его успокоить. Спрашивал, что случилось. И тут говорит, смотри, вот кто-то то и то сделали неправильно. Таким образом я был очень удачлив. Это мои витамины моего баджана. Любовь Гуру Вайшнав, она подобна таким катализатору на пути нашего баджана. Однажды Шрила Прабхупад сказал, что сегодня, и вот Шрила Прабхупад однажды Бхагаваджа Гаудиматхи провозгласил, что сегодня Рада Раман Брамачари будет говорить Харикатху, все мы должны слушать. Его старшие преданные, вот Шрила Шанта Махарадж вспомнил Шрилу Прабхупаду и начал говорить. Он не знал, что Шрила Прабхупад слушает его. Шрила Прабхупад сидя на балконе, слушал. И вот тот произнес вандану и начал говорить Харикатху. И после этого Шрила Прабхупад сказал, что этот мальчик, несмотря на то, что он очень мало, он говорит все правильно. И вот после того, как Харикатха закончилась, Шрила Прабхупад позвал его в комнату к себе и whenever any seva Prabhupada used to speak, yes, I can do. You can go to Rangoon for preaching to. И он спросил, может ли он поехать в Римуну, не Римуна, а Бирму какую-то, там тоже Римуна какая-то, не которая, да, около Варисе, вот в другой стране. И вот он отправил его туда на проповедь. Хотя, если кто-то какие-то аргументы приводил, то Шанта Махарадж, он их опровергал. И вот сейчас те, кто едут на проповедь, если кто-то спрашивает какие-то вопросы, то часто не в состоянии ответить. То есть такие проповедники не квалифицированы, они больше заняты каким-то обретением каких-то материальных благ, ежели проповедью. Ему очень удачливо, поскольку он такая возвышенная гуру варга, она с нами. Я чувствую себя очень гордо, что я из Гауди Матха, как Хануман. Хануман очень горд в том, что Рама, Лакшмана и Сита находятся внутри его сердца. Поэтому я вот... И вот поэтому я поместил... Вот эту шафрановую одежду я взял для того, чтобы выразить почтение Гауди Матху. И те, кто пишут какую-то ересь неправильную, Сиддханта Шрила Шанта Госвами Махарадж, он протестовал после... Протестовал. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж, он
не боялся, говорил всегда правду. Не... Однажды он написал письмо какому-то глупому ачарью, который нес всякую ересь. Тот написал, что ты думаешь о себе, как о великом ачарье, каком-то знающем человеке, но посмотри на себя со стороны. Те, кто лицемеры, они никогда не приходили к Шили Шанти Госвами Махараджу. Санта Махарадж И вот какие-то, какие-то люди, они избегали Шанта Махараджа, поскольку если бы они пришли к нему, то Шанта Махарадж бы увидела, кто есть кто. И такие лицемерные люди никогда не приходили к Шри Шанти Махараджа, даже если надо было ехать по той же дороге, они ехали как-то в объезд. Однажды один бесстыжий проповедник, он красиво говорил, и вот однажды приехал к Шанти Махараджу в Ментон, там, где его матхи Бихаля, я не хочу называть его имени, но вот он пришел в комнату к Махараджу, поклонился. Тот спросил, откуда он приехал. Тот сказал, зачем приехал сюда. Тот сказал, хочет саньяс у него получить у Шанта Махараджа. Шанта Махараджа ответил, что если я дам тебе саньясу такому бесстыжему человеку, то это опозорит меня. Come to me and kill me by strangling him. So I can give sannyas to you. Correct. Yes. Now at present, everything going. Но сейчас, к сожалению, саньясы налево и направо раздают. Но Шанта Махарадж был очень строг, он даже бил своих учеников деревянным тапком. Beat. He told me himself. So he beat him with wooden chopper. Can do again? Huh? This way. He is so strict. He used to declare those who are sannyasi. И вот Шанта Махарадж говорил, что те, кто саньяси, брамачари, они, если не следуют всем правилам и предписаниям для этого ашрама, то они падшие души. Their coping should be very powerful. Their coping means protection. Они должны следить за собой и поддерживать брамачарию. Очень часто какие-то преданные, иностранцы также, вот Ришикеш Махарадж, он в Англию ездил, там проповедовал, и он открыл храм в Сингапуре, может, кто-то слышал, Ришикеш Махарадж какой-то. И вот он его, и множество преданных, они... И вот они просили меня, чтобы я отвез к Шили Шанти Махараджу. И вот он спрашивал, зачем мы приехали. И вот они спрашивали. Что-то спрашивали, Махарадж отвечал, я переводчиком был. И таким образом много раз случилось, что
какие-то ученики. Ну, в общем, Махарадж был переводчиком, помогал им, переводил с бенгали на английский и наоборот. И вот однажды один Сагар Махарадж, я очень любил, уважал его. И вот однажды Шрила Сагар Махарадж, он пошел, чтобы встретиться с Шрила Санта Госвами Махараджем, сказал, что не может стать ачарьей, когда наш самый старший ученик Шрила Прабхупады, кто родился в Санада Сукхада Кунджи, вот здесь. Я хотел это место как-то облагородить, но если те, кому принадлежат, не согласились. И вот на меня многие жалуются, что я очень строг. Больше ни на что не жалуются. Если мы следуем Шри Прабхупаде, то автоматически мы должны следовать так, как надо. Мы не должны идти ни на какие компромиссы. И вот Бхакти Самбанта Парвад Госвами Махарадж, после того, как он ушел из этого мира, Сагар Махарадж, он не был столь в молодом возрасте достаточно был. И вот Сагар Махарадж пришел к Санте Махараджу. Почему? Поскольку эти завистники его как-то попытались всячески препятствовать, но Гурудев его сделал ачарьей. Он имел идеальный характер, совершал служение. Если он помогал, заботился о старших овощновах, не каждый может это сделать. Если какие-то пожилые овощновы не могли сходить в туалет, он помогал им. Он заботился о старших. Я видел этот яркий пример в моей жизни. По своей великой удаче я имел общение с ними, но все же не смог обрести их полную милость. Но вот Махарадж говорил об этом с Шрилой Санта Махараджем. Что делать? Говорил, что не хочет быть ачарьей. Но так или иначе, Гурудев дал мне наставление. Я хочу... Он хочет назначить меня ачарьей. Когда наш... Бхакти Самбанта Парвати Махарадж ушел из этого мира, то тогда Сагар Махарадж попросил моего Гурудева стать ачарьей.
ситуация была не позитивна для Гурудева, поскольку Гурудев он поддерживал храм в Калне. Анантавасудева храм. И вот после этого Бхактилок Парамхамса Махарадж был назначен ачарьей, но не хотел бы быть. Он был очень стар. И жаловаться начал, что все выгнать хотят из Матха. Хотят Матха захватить. И Шанта Махарадж сказал, что не бойся. Гуру Вайшнава, они с нами, пускай попытаются что-то сделать. Иди туда, это мое указание, и все изменится. Вся ситуация изменится, имей веру в Гурудева. Ты любишь своего Гурудева, я знаю. Nobody can do seva like you. Никто не может совершать служение, как ты. Ты должен стать ачарьей, я даю тебе указание, не бойся, я с тобой. Гуруварга, она с тобой, иди и действуй как ачарья. Шанта Махарадж пошел. Поехал в Удалу. Там множество было препятствий. Как в моей жизни множество сложностей, трудностей, и в его жизни тоже была похожая ситуация. Я как один день расскажу на день его явления. Я был в Балешвари, но очень Махарадж впоследствии расскажет более подробно. И таким образом Шанта Махарадж дал указание, и по указанию Гурудева он занял эту ясасану, и множество препятствий возникло, и в итоге он победил, поскольку сева — это победа. А какие-то деньги получить — это не победа, сева — служение может дать вам успех. И до последнего момента в своей жизни он был ачарьей Удала Матха. И Шрила Прабхупад, он был там, проповедовал в том месте, в Орисе. Майюрванч, Ванч, зовется это место. The king of Майюрванч gave big amount of land to Парбатвасим. И вот этот царь Майюра дал большую землю Парвати Махараджу. И я видел то, что с какой противостояние там происходит, я плакал. Я не знал, что делать, но все же я верил, что Гурудев он все сделает. И вот я был вот Махарадж был в то время на Сурья Кунде, там, где происходит дневная лила Радхарани. Я написал письмо Шанти Махараджи, объяснил всю ситуацию, которая происходила, хотя я совершал служение такое там, но я не был доволен. Поскольку я привык совершать служение Шрили Прабхупаде полностью, без остатка. Я просто говорил Харикатху. Перед Раджавасе, Раджавасе не очень простые, сиддханты не понимают. И вот так просто, с такой простой служение делал. Но вайшнавы говорили, что это не мое служение, нужно заняться чем-то более достойным, более масштабным. И сказали, что я должен идти и совершать служение, которое дал мне Гуру Махарадж. И я написал письмо Шанти Махараджу. В то время Шанта Махарадж был в Кешьяре, и это письмо оно до сих пор со мной, оно также было опубликовано в одном журнале.
в этом в Гаудия Патрике, которое Девананда Гаудиамат сейчас публикует. И я рассказал все, что происходит в моей жизни. И Махарадж ответил: не бойся. Он, и случилось чудо. Он сказал мне, что я должен совершать сампрадайк-севу. Он написал письмо. И я думал, я очень мал и незначителен. Как я могу совершать сампрадайк-севу? И вот он дал указание мне. Я был очень удивлен, как я могу совершать сампрадайк-севу. Я очень мал и незначителен. И, ну, так или иначе, это стало правдой. И все случилось то, что он предсказывал. И Шрила Бхарати Махарадж говорит, что то, что я делаю, это служение, которое должен исполнять великий Ачарья. Бхарати Махарадж говорил так: а по милости Бхагавана ты все это делаешь. Бхагаван организовал ситуацию так, что и поэтому многие завидуют мне. Из Вриндавана один человек написал, что Шамбабе больше делать нечего, как что он баджанами занимается, что пишет всякие протестные письма в защиту нашей Гурварги. Потом мне показали какое-то письмо, где какой-то ачарья под именем Баладев Расы писал какую-то ересь, приплел туда имя Шрилы Прабхупады. Мне пришлось написать должен ответ, попросить какие-то доказательства на эту тему, а не то, что приплетать имя Шрилы Прабхупады к своей ереси, это нехорошо. И вот Гурварга мне дала такое служение, чтобы отстаивать их интересы, защищать их Сиддханту, опровергать всякую апосиданту и прочую ересь. They don't come to me. Writing all rubbish. They're speaking so rubbish. If you hear, you can take your chapal and put on the face of that, you know, so-called devotee. He's devotee, brahmachari. You can beat with the chapal. He's writing the group Gopika, all gopi. All the gopis, they have some group. Actually, Krishna group of gopikas of Krishna is separate, and the group of Balaram is totally separate. It is written. I can show you. Шастра говорит, Шрила Прабхупада писал комментарий к этому, что говорите, гопи Кришна и гопи Баларам, они отдельные, никогда не пересекаются. Но тот человек написал, что Баладев, он совершает расу с этими, гопи Кришны. Но это ереси, никогда такого Шрила Прабхупада, тем более, не говорил, и нигде такого нельзя найти. Но никто даже не возмутился этой ереси, поскольку все заняты сбором денег и прочих материальных вещей. Come under my lotus feet. It's very good money power. It's the easiest procedure. To grow bhajan power and speak about that absolute is very tough. Чтобы совершать баджан и говорить об абсолюте, это очень сложная задача. Those who are doing this, going to distort it, Siddhanta Vichar, they cannot take human birth. With Ganga water, I say. They cannot take human birth. А те, кто занимается всякой апасиддантой и оскверняют путь преданности, то такие люди даже людьми не родятся. Те, кто обманывают людей под именем Харибаджана, то есть такие люди впоследствии попадают в очень плачевную ситуацию, что даже людьми не могут родиться, будут наказываться. This way I wrote letter. Maharaj give me blessing. In a letter. I don't know how.
И вот Махарадж написал мне письмо, и благодаря ему я переехал на Годруму. И когда приехал, у меня не было даже кастрюли, чтобы готовить рис. Махарадж жил очень там скромно, что даже рис негде было готовить. И вот там очень пожилая Матаджи не пожертвовала кастрюльку для риса. И вот я начал что-то готовить, что-то и писать. Не было электричества также там, где Махарадж жил. Сейчас пришло много возможностей. И все это пришло по милости Шанта Госвами Махараджа. Я думаю, это милость Шанта Госвами Махараджа. Может, люди приходят ко мне, чтобы получить дикшу от меня. Но я отправляю их к Шанте Госвами Махараджа. Он... И Шанта Махарадж был в таком состоянии комы. Хотя такая дикша в таком состоянии не дается, но сам я не могу давать дикшу, поэтому отправлял всех к нему. И таким образом, он, то, что он предсказал, все его предсказания, они сбылись в моей жизни, все до единого. Я был удивлен. Я думал о лотосных стопах Шрилы Шанты Госвами Махараджа, кто он и какова моя связь с ним. И вот какая связь между гуру и между учеником и гурудевом, какая уникальная связь между гуру и учеником. У нас нет представления, какая же это уникальная, великая связь между гуру и учеником. Вы можете узнать это от Шрилы Шанты Госвами Махараджа, один из его учеников, Сагар Махарадж. Он поддерживал храм в Каракпуре. Он был настоятелем там. И вот однажды он заболел чем-то. Операцию нужно было делать. Он написал длинное письмо Гурудеву. Сказал, что думаю, эта операция не закончится успехом. Я умру в процессе. Вот я... И вот он в этом письме написал, сколько украшений божеств лежит, где все деньги, да, каждой копейки. Все рассказал Шанта Махарадж. Когда прочел это, он начал плакать. И вот Шанта Махарадж в пожилом возрасте. Вот он уже был, он расплакался. Сказал, как ты можешь говорить, что ты оставишь меня, как настолько... жесткосердечен. И вот в итоге, в процессе этой операции, он умер, оставил тело. Когда Шрила Шанта Госвами Махарадж узнал об этом, он расплакался, как ребенок. А сейчас какая связь между учеником и Гурудевом? Сейчас, к сожалению, нет такого. This way Maharaj started crying like a mad, like a small child. И Махарадж начал плакать, как ребенок, когда он прочел это письмо, подобно тому, как он оставляет тело вместе со своим учеником. Такая ситуация, никто не мог остановить его. Он перестал есть, пить. В итоге, что случилось, так или иначе, эта связь — это не какая-то иллюзорная связь, нет. Это подлинная любовь.
Это разлука, она не... Ее сложно перетерпеть. И Шрила Шанта Госвами Махараджа фотографию своего ученика Сагара Махараджа. Он держал ее на своем столе и... И вот он в пожилом возрасте, он вспоминал его очень часто и держал его, и каждый день смотрел на фотографию Шрилы Прабхупады, на фотографию этого своего ученика Сагара Махараджа. Посмотрите, какая прекрасная связь между ними. Сейчас не каждый может понять связь. Шрила, как связь между подлинным гуру и подлинным учеником. Их связь очень прекрасна. Их отношения очень прекрасны. Однажды этот Сагара Махарадж из Удалы, сейчас времени мало. Then I can love you so much. Follow. More. I love you, but more I can love. Actually, Srila Sagar Maharaj. И вот Srila Sagar Maharaj однажды встретился с Srila Shanti Maharajem. Maharaj speaking with Sagar Maharaj. All speaking with Sagar Maharaj. Sagar Maharaj. Вот Sagar Maharaj, что случилось? Как вот как твой храм? И тот сказал, по вашей милости, все хорошо. Но на пути баджана какие-то демоны постоянно пытаются бороться с гуру вайшнавами, даже во время Кришны. Можно вспомнить, какие-то демоны пытались его убить, всячески мешать. Это не ново. И на день явления Рамануджачари и Мадхавачари тоже постоянно какие-то демоны возникали, чувствовали неудобства, и как какие-то привидения, если говорить и повторять святые имена Господа, то эти привидения и очень беспокоятся. Maharaj, after that, that ghost not coming again. And then ghost gone. How much, you know, Govardhan Parikrama fall, Upavas result, Govardhan Parikrama result, so many things I give to that ghost. Still after that, like, kill me. You come. Махарадж рассказывает, как он изгонял какого-то беса из какого-то бесноватого человека. И вот эти бесы, привидения постоянно недовольны. А те, кто пытаются вести какие-то дела с этими привидениями, сами становятся ими в следующей жизни. Или в этой. Как эти привидения, всякие бесы не могут потерпеть имена Шри Рама, Кришны, они не могут их выносить. И поэтому, когда подлинная Харикатха где-то происходит, они всячески возмущаются, пытаются мешать, препятствовать. Хотя вроде ничего плохого им не делают, но они просто не могут терпеть имена Господа. И вот если я обещаю вам сейчас, может, из-за влияния каких-то групп Харикатха не распространяться там так широко, но после моей смерти придет время, и люди будут слушать и поймут, что и что, и кто есть кто. Иногда можно наблюдать, что так называемый баджан некоторых людей мешает другим совершать баджан. И вот они всячески препятствуют, такие демоны
периодически встречаются. И вот Сага Махарадж сказал, что никто не хочет жить в храме, никто не хочет следовать правилам и предписаниям храма, что делать. И Шанта Махарадж сказал, он шутя сказал, что все брахмачари саньяси должны жить в храме. И вот я, вот Махарадж рассказывал, что он бы пошутил, и Шанта Махарадж, что каждому этому брахмачари нужно организовать какую-то женщину и молодую, и какие-то деньги, и тогда в храме сразу появится много жителей. И вот так Шанта Махарадж пошутил, это Сага Махарадж тоже засмеялся. И вот однажды, особенно в день Экадаши, и Двадаши Махарадж говорил Харикатху вот в этом ментоне, в том матхе. И много людей приходило, слушало Харикатху. Поскольку он был пожилой, он говорил только вот по Экадашам и по Двадашам. И вот какие-то матаджи пришли с ребенком маленьким, а тот плакал, орал, и вот Шанта Махарадж попросил пойти без ребенка, чтобы не мешать другим его крикам. Taking one small boy, grandson, with her, and coming to Harikatha. Is sitting. The small boy is very sincere. He heard Santa Maharaj was attractive with turban and this there Santa Maharaj. И вот, в общем, еще кто-то пришел с и Шанта Махарадж говорил Харикатху очень просто, не как я сложно. Вот он говорил очень простым языком. Когда здесь кто-то приходил с детьми, они тоже, дети, слушали, понимали. И вот он рассказывал, что на Экадаши мы постимся, мы должны... Если мы едим какие-то фрукты, плоды, цветы, то, ну, то, что мы в Экадаши должны есть эти фалани и мулани, то есть то, что на земле, под землей растет и на дереве. И вот этот ребенок на следующий Экадаши наступил. В их доме мать начали готовить рис и прочее. А вот этот ребенок сказал, что мы были в матхе Шанты Махараджи, он сказал, что в день Экадаши мы должны не есть зерна бобовые, я есть не буду. В рис в Экадаши не едят, вот только что слышали на прошлой неделе. Нужно есть фрукты и коренья. И эта бабушка его отругалась. Ты глупец, мы тут философию там слушаем. А зачем это в дом приносить? То есть эта бабушка сказала, что то, что мы слышали в матхе, нужно следовать этому в матхе. А если домой приходим, то можно ничему не следовать. И вот, то есть, это бабушка ответила на возражение этого ребенка, то, что в матхе надо делать то, что в матхе надо, а дома отдельная история. Хотя бабушке уже за 80 было, но все равно очень глупые суждения. И вот я хочу сказать много о Махарадже, но времени на все не хватает. И вот я прошу прощения, если слышу какие-то оскорбления в адрес Бхакти Кумуд Шанты Госвами Махараджа. И моя просьба, чтобы он даровал мне милость вечного мира. Sri Chaitanya Padambujo Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asrayat Jesam Shaopi Tadgandobhag Bhavet Vanchakalpadrova Shikipasindhu Bhavet
Patitanam pavane bhavashnabhyo namo namo. Try to hear with full enthusiasm. Remember, all Harikatha. Bhagavan can find some solution for you also. Don't cry.